почему и Запад, и наши прозападники пытаются вычеркнуть из нашей истории имя одного из лучших в мире правителей за весь 20 век и одного из лучших в России правителей за всю нашу историю, вполне понятно. Они пытаются таким образом объявить все наши достижения, говоря компьютерным языком, читерством, то есть нарушением правил. Так вот, я сам тоже долгое время был уверен, что кровавый тиран Сталин уничтожил десятки миллионов человек и довел страну до катастрофического упадка. И мне понадобилось очень много лет, чтобы убедиться в абсолютной несостоятельности этой клеветы. И сейчас я считаю любую попытку объявить Иосифа Виссарионовича Джугашвили преступником преступлением против всей нашей страны. Поэтому я очень рад, что игра, что создатели игры «Мир танков» решили возродить связанные с ним надписи на компьютерных моделях танков. И меня огорчает только одно, что они мотивируют это необходимостью соблюдения исторической истины, а не необходимостью избавления от клеветы.